Фью. Где наши морды были тогда, блин? Чё яблоко не ешь? Ну-ка давай наушники. Блин, что-то ни хрена, что-то громко слишком у меня. Как случилось? А? Как случилось? Что сказала? А? Да? Идет? Ну, у тебя спустилось. Ай, блядь. Идет? Нет, я не слышу ничего. А я тоже не слышу. А сейчас? Слышишь? Оба? Раза в дырку попал. Так я запомнил ее уже. Давай камеру чуть пониже. Как? Камеру чуть пониже. Ну а тут твою, блин, оружие. А, или давай я чуть дальше. Ну, отлично, до тебя. Нормально, блин, что? Что там? Ну-ка. Так. Что там? Священников, да, прошла ты, да? Да, теперь прошла. Теперь следующий, да, будет? Да, они приехали в бар с Альери, но ты видел концовку персонажа? Да нет, конечно. Они, да, короче, я помотал бы. Они приехали в бар, бы. И он... Ничего интересного, да, короче? Чё, вот так все, да, вот так вот, да? Ничего не поменять не надо. А чё он тут? Вот. Херу, да? Управление мне вот стрелять не нравилось. Ну хотя ладно. X-ом ты не пользуешься, наверное. Ты Ctrl чисто, да? Пользовался. Ну, Ctrl. То так же буду. X-ом не. Ctrl-ом это ныкачешься за эти. Очень удобно. А, тут Alt неудобная, да? Фишка вот эта. Ну, Alt поворачиваться. Ну, это когда-то в драка, не драка неудобная тут, короче. Ладно. Драться, я не думаю, что сейчас. Почему-то? Ну-ка, блин, чекни. Это что такое? Не выводит или что? Может, настройки? Не. Может, из-за того, что загрузка. Интермедиа. Господи, Томми, ты признался, что устроил перестрелку в храме. Самое веселье еще впереди. Ты же понимаешь, что я уже могу посадить тебя до конца твоих дней? Вероятно, если сможете доказать хоть что-то. Но тогда вы не узнаете Амарелла. Простите, что долго, моя смена только началась. Что будете? Два обеда, пожалуйста. И еще кофе. А знаешь, давай сразу кофейник. Вернемся к делу. У тебя были проблемы после этой истории в храме? Это лагает, очень смотри. Странно. Никаких последствий. Думаю, Сальери занес кому надо, ведь это даже ни в одну газету не попало. Ой. Но мы залегли на дно. Месяцев на 7-8. Копы часто заходили в бар, показывали, что следят за... фэнтези! А Фрэнк узнал, что Морелла помогает Гелоте переизбраться, чтобы тот занялся Доном. Мы нашли бухгалтерские документы в офисе Морелла. Помаэстас. Если третий год выдался удачным. Говнюк первым прознал о проблемах. Пока мы старались не высовываться, он начал отжимать наших клиентов. Сперва без шума пропали грузовики. Один тебе клиент тихо? Перебил и упал на машине с моста. Другой же вдруг закрыл свою лавочку, да? И свалил на север. И вас это не смутило? Меня нет. Возможно, Поле что-то почуял.
Но несмотря на копов за нашей спиной и на происки Морелла, мы отлично зарабатывали. Дон не хотел привлекать внимание. Так что нам оставалось квасить и развлекаться. Всякий раз, заходя в бар, я видел Сару. Славный был год. Пока, Фрэнк. Калетти, канцельери Дона? Да, все верно. Он разъяснил мне. Да и вообще всем нам. А вас, парни, все чаще говорят в городе. Да, вчера слегка помахали кулаками. Ерунда. Я не про кабацкие драки. Что это я за такое? Я беспокоюсь, блин, что ты приходишь в клуб и за всех платишь. Полностью. Надо же бабки тратить. Продуй их на воскресных скачках. Полезрянка. Звони даму на шоу, ну или вложись во что-то. Что, стать парнишкой с Уолл-стрит? Не дерзи мне, Томми. Я пытаюсь объяснить тебе, как не оказаться в канаве. У тебя была собака, Том? Да. Дворняжка в детстве. Мне было лет 8. Мы еще жили на Сицилии. И была у меня красотка чернекодолетна. Шустрая борзая. Не было собаки быстрее ее. Я встретил Дона. Мы стали проводить собачьи бега. Ставили на нее мелочь, пустые гильзы. Ни одна собака не могла догнать ее. Пока в какой-то день она не пришла второй. Мы проиграли тогда складной нож. Но Дон пришел в бешенство. Она состарилась? Нет. Залетела. Началась течка. Она сбежала. И каждый пес обвинил. Ты как та собака, Томми. Соря деньгами, ты становишься сукой во время течки. И каждый в этом клубе мечтает тебя отыметь. А когда тебя отымеют, ты становишься бесполезен. Понимаешь, о чем я? Да, я тебя перемудрили, капец, блин. Задумайся о своей карьере. Несет. Привет, да. Олли достиг потолка. Он хороший. Я ударился, привет. Не может. Сэм предан, но он недальновиден. А вот ты-то мог бы однажды управлять городом. Что ж, я ценю это, Фрэнк. Так это... Что случилось с собакой? Дон хотел ее утопить. Я сломал ему нос. Высади меня здесь. Передавай привет Саре, Томми. Ну, типа, угрожал. Херня. Так он, блин, в оригинале нормально объяснил, что не оставили-то. Сказал нормально, они, блядь, собаки какие-то, блядь. Ну, блин, Дон был другом, там, это потом они... Там, ссорились, блин, они начали, блин. Поделили город, короче, блин. В те дни всем заправлял Фрэнк. Планами, заказами... деньгами. Он мог позвонить хоть посреди ночи. Сделай погромче. Ну вот теперь я могу сделать. У меня нет, я вот так, да? Угу. Типа. Да. Нормально? Фрэнк просит тебя дождаться его в гараже. Похоже, тебя ждет работа. Спасибо, Луиджи. Сара там готовит, она принесет тебе. Это вот за город поедем сейчас, да? Какой дождь? Умница, да. Девочка. До завтра, Луиджи. А я помню, когда босс еще был при Пипоне, послали нас шлепнуть одного типа, какого-то вот грязного политика. Буря была старше, страшной. А потом Морелло и Сальери. Младшие, да, его были, по-моему. Убили или не убили? Я не помню тоже на самом деле. Покурил. Прости, что долго, Том.
Мы с Доном перепроверяли цифры за тот месяц. Ничего. Что за работа? Тебе нужно немножко помочь Сэму и Полли с сегодняшней поставкой. Ой, блин. Выпивка прямо из Канады. Что нужно делать? Сэм ждет наших друзей с севера. Почему? На ферме рядом с городом. Сложная была. Полли присмотрит за доставкой товара. Да не штука. Очень. Но мы долго на ней посидели. Поехать с ним. Почему? Проследи, я не чтобы помню. Не было мы долго, да? Хорошо. Играли. Ну там пока возьми туда, пока до этой бочки добрались, пока обратно. Он прихватил стволы на всякий случай. Да, Фрэнк. Сделаю. Тачку, двухместную тачку должен, да, не? Зизип, Уфа. О, Зизип, Зизип, Уфа. Знаешь город такой Уфа, знаешь? Ну, написано Зизип Уфа. Уфа, блин, город, что, не знаешь, что ли, блин? Зизип Уфа. Дура, блин. Во, другая тачка, наверное, вот эту даст, да? Если хочешь эту тачку... Не, стой, не подходи. Чё ты? Вон. Видишь, белые эти, подходи. Ну, потом, да. Собирай. Да он сейчас даст. И что я сейчас взял? Вот? Фантастический рассказ. 2 из 20 фантастических рассказов. Я думаю, столько профукали всякого. Блин, ну давай посмотримся. Обсмотримся. Тут же так вот шкафчики классно. С Макс Пейном. Мелочь. Ой, блин, ничего. Мелочи смотреть, как все продумано, как все красиво. Да, вот такая лестница была наверх, я помню тоже. Тут сзади даже есть, смотри. Верстак какой-то, смотри. Ну, короче, он все для автомеханика, короче. Ну, видишь, человеку понравилось, мило звучит. Зизипуфа. Сизипуфа. Ну, как пу-пу-пу-пу. Написано, пу-пу. Так и читаю. Посмотреть будем, так, да. Курить не надо. Что курить? Где? Ну, он написал, не хватает только курить на стримах. А я бросил недавно этот. Все. Недели две. Титанич, добрый вечер. Привет, Титанич. А, сейчас я захочу, чтобы вдруг мои придут. Которых у меня не осталось. Ладно, что мы нашли Арафию, вот он. Чего не спишь? Я посплю, когда уснет Фрэнк. Знаешь... Совсем он нас загнал. Блин, надо повнимательнее будет. Ну, подальчики, где? Ральф. Куда кинул маячки? Вон там, дай. Вон там. Здесь мы впереди. Блин, вот это смотри. Паузу я поставь только тогда. В тачках смыслю. А не пропустится. А, о. Потом главное опять эскейп нажать. Да меня и не спровоцируешь. Чё такого, блин? Я нормально отношусь. Я снова сменил номера на всякий случай. Вообще не тянет. Кого в Геральфе? Ладно. Если только выпью, иногда чуть тянет, ну, все равно держусь. Пойдем в коморку Ральфе, там фотку сказали. Вот она, да? Опять вот эта лиса. Вот уже третья, да, четвертая, видим. Да, вот это. Она постоянно, это, по-моему, компания. Блин, Дариус. Ты если в буре скоро не пройдет... Это. Это его мамуля? Я угадала, как он ее назвал. А мамуля. Где написано это? А, здесь, да. Это, ну там английское, наверное, сзади написано. Но мы не увидим. Я, наверное, тут переночую. Ну вот прикольно сделали, блин. Ну. Сука, лисичка с цветочком. Какая-то упорная лиса. Ковры, кстати, он тут. Что там взять было, что-то? Не было ничего взять. Во, когда вот это вот лиса, вот это вот это значок. Это значит, что рядом где-то лиса, чучело вот лисы, видишь, которую можно 50 взять. 50 штук, видишь, там F просто, я увидел F. Ни хрена себе. Вот, блин, а вот, нам написали, собирать. Что лис можно собирать. Не нравится сюжетное обновление, не знаю, мне с Сарой, которое было, их разговор мне понравился. Интерьеры быта. Ну да, вот интерьер. Вот это красиво, да, хорошо, можно, блин, красиво. Вот... А вот сюжет поиграть тогда было получше, конечно. А это, ну. Поезжай. Посмотреть. Хорошо. Винченцо, не надо сюда там. Так, ну сейчас посмотрим просто. Ну, далеко, блин, ехать. А, вот их склад, кстати, я помню, да, вот здесь поезд, ой, вот он, да, блин. Походу, вот эта дорога, поезда. Вот. Сейчас мы туда поедем, мы сейчас забираем ребят, ну, потом едем в жопу мира, потом там кого-то подстрелят. Там должен поезд за руль сесть. Блин, отдали бы нам сесть за руль, мы поехали бы, да, на грузовике, кстати. Так, там мент.
reports coming in of a number of traffic accidents attributed to the downpour, with fender benders occurring in Oakwood and Chinatown. А снова-то не тронуто так, что... Ну как не тронуто? Ну, так немного тронуто, блин. А, ты, не, визуал там нормальный. Ребят, сильно фризит. Ого! Я прямо это смотрю и... Ну что, может это у меня фризит так только? Да нет, это походу... Так, подожди-ка. Погает пиздец. Вчера-то по-нормально еще было, да? Тут нормально, тут ничего не трогай. Ты там настройки меняй. АБС, а тут мы ничего не меняли. Блин, АБС вроде тоже норм. Шлюху тут Сэм попросил, не важно. Да, да. Много чего. Короче, ну, блин, сейчас. Так, что делаем? Сейчас, походу, стрим придется перезапустить. Вертикалку выруби. Вырублена она. Блин, походу я там какую-нибудь, может, настройку это, в NVIDIA. Может, какая-то настройка. А в игре выключи синхронку-то. В игре. А. В игре как? Вот. Игра. А вот, в экран вертикальная синхронизация выключи. Может, мне ее в NVIDIA включить? Она у нас была включена, по-моему. Вертикалка жрет много. А, да? Окей, ладно. Спасибо. Погнали. Чё, погнали? Ты думаешь, сейчас нормально будет? Конечно. Ну, я 30 FPS поставил. Смотри сейчас. Ты смотри. С касцен, нет? Нормально? А, да. Сейчас скажешь, когда. Нормально? Да. Пойдёт? Ну, сейчас смотри. Много этих световых, да, вот это вот должно лагать. Чуть-чуть спасибо. И так, как каждый... Так, где он? Лагает? Ну вот дождь, да, вот видишь, появились вот эти. Ладно, сейчас поменьше стрим сделаем просто сейчас. Сейчас перезапустимся. Поменьше стрим сделаем. Радиосвязь теряет, нихера себе. Видяха будет сильнее грузиться, наоборот. Чё? Да наоборот, я думаю, в таких играх надо вертикалку включать, да? И в NVIDIA давай, мне включить, я, наверное, думаю, да? У меня, я поставил, вот сегодня я менял в настройках NVIDIA, я ставил этот. Производительность все выкрутил, короче, на производительность. А надо, наверное, на качество выкрутить, да? Это под старые игры, я вот так производительность всегда делал, у меня привычка осталась, я вот так выкручивал, блин. А вчера вроде ничего я не выкручивал, вчера играли и было более-менее, да? Угу. Наверное, вот так надо сделать сейчас. Так, что мне, я свернуть могу просто. Вертикалка выдаёшь? Если вырубаешь, то карта выдаёт максимум. О, что-то сейчас... Так, ну да, надо, в принципе. Сейчас я на качество все это покручу. Постоянно мнение расходится у всех. Вертикалку убирает разрыв картинки. Карта работает на максимум. О, высокая производительность. Блин, хотя бы... О май гад. Не знаю, тогда что поставить? Сложно. Качество просто. Да все, восстановлю я просто в NVIDIA, как было, по умолчанию, наверное. Короче, Тимми, ты говоришь, надо, короче, галку поставить, включить, да, вертикалку? Так, да? Вот у меня вертикальный синхроимпульс. Я ее нажимаю «Использовать настройку 3D-приложения». Ну, не делаю, что выключить. Так, да. Так, и здесь у меня было изображение, регулировка настроек изображения. Вот, тут на качество тоже это сделано. Хотя наоборот. Блин.
Пока не могу понять, блин. Чё тут есть? Тут же фруи железо. Настройки. Да тут нормально стоит, в принципе, блин. Не должно лагать, блин, было. Чё за хрень, блин? Я должен перезапустить эту? Интересно. Игру, блин, саму. Не должно лагать. Или всё-таки 720. Ну, проедь, блин-то, а. Лагает, смотри. Дождь идёт. Лагает. Ты не едешь сейчас? Как не еду? Вообще, задержку. Да фризит, да? Вчера так же, да, фризило? По-моему, не сильно, да? Ну, да, терпим. Ну, короче, покатаемся, будут жаловаться. Будем смотреть. Ну-ка, сглаживание в игре убрать. Да из-за дождя. А, кстати, не, не в игре дело. Из-за дождя. Или может... Да дождь включает. В смысле, вот так не делаешь? Индивидуальные? Почему? Мы же оптимальные, да, вот так делаем? Ну, у нас была оптималка. Не меняй ничего. Размытие в движении выключи. Слышишь, что? Выключи размытие в движении. Все. Тогда вот... ну. Ну, индивидуально это когда мы что-то меняем. Ну-ка, вот сейчас посмотри. Смотри, вот сейчас будет. We will, of course, keep you informed with news on the hour. Как там? Не, нормально так. А, нормально. Нифига там фризит, блин. Еще хуже, по-моему, да? Нет. Ну, терпимо сейчас. Ладно, поехали. Давай перезапустим стрим. Сейчас еще хуже качество поставим на стрим. И все. Может, 480 поставим? Да какой 480? Будем как эти, блин, играть. Но на столе. Ну, эти, блин. У нас в игре не фризит, у нас в игре все тип-топ идет. Да это из старим настройки, блин. Ну хотя он не такие жесткие они, блин, я сказал бы. Ладно, сейчас перезапустимся. Я тогда... АБС пишет. NVENC, может, там вот это...